Так, Джози здесь? Танчишь крест, квадрат? Нет, ты в тан... А, погоди, трал. Ты в ретрике, да. Нет, Мелинда, не ты. Бля, ребят, вы слушайте, пожалуйста. У кого проходки нет? Понятно. Да, мы прощаемся тогда. А, хитрый, заходи на своего бичханта. Если проходка есть. Да, блядь, 22 закроем. Закроем, закроем. Короче, слушайте, еще раз повторяю. Где вы будете лазить, мне похуй. Джози, танчишь, крест, квадрат. Тебя хилит три ходки. Плюсуйте оба два, что слышали. Джози тут? Нет. Ну, закопало, нет. Ты слышал, кого ты танчишь? Ты знаешь, где ты кого танчишь? Да, хорошо. Джаст, ты танчишь череп. Тебя хилит велит. Плюсуйте. Джаст. Миша, ты шо, блядь, ебаё? Он вообще в ДД, блядь. Танк успели. Пока баф раскидайте. Да, кулачка нету, как всегда. Вова, ты слышишь, Вова? Да. Короче, мне Лони кидает на первого, я на второго, ты на третьего, если понадобится. Все, окей. Бафы раскидаете. Дэн, может убрать Зморию из пати? Вместо... Почему, он не зайдет или что? У нее же КД написала. Да у нее КД написал на ИК только. Да, она не ходила. Она не ходила в мою игру? Нет, она не ходила в мою игру. Тогда я не знаю, где она. Я специально и пошел на гравлю Майги, потому что у нее нет КД. Она офнута, я знаю все, что могу я вам сказать про нее. Дальше. Джаст, ты хилишь три ходки. Асвид держит Холи Пал Рэм. Он Асвид Олмом держит. Сибас держишь Кроша. Естественно, Мелинда подхиливаешь. Себаста и весь рейд. Трал, спекнись в танка. Ой, в хила лучше. Пока что я не знаю, где он лазит, она точнее. Дальчик, я следующую субботу буду, воскресенье нет. А не, ну, будет. Трал, Себаста держишь. Рэм держишь. Асвида. Поставьте шкафчик. Кого сумон? Поставь шкаф. Трава улетел. Поставьте шкаф. Пиздец, деревья теперь и холодом у них. Он холод идет с деревьями. Эй, пидорас из сум. Блять, у три ходки нахуй запад зачарен, на плюс один ловкости, блять. Пизда, ребята. Что, полетели, ебать? Да. Что втыкать-то, ёпта? Ну, ты из моря зашел. Ну, в шестером похилит, вообще похуй. При сумонте. 30 раз спекать, респекать потом. Плюс один к ловкости, сука! Вахуй, блядь. Просто у тебя такой чарки нет, вот ты и бесишься. Да, я согласен. Завидуешь, сучка. Сучка, блядь, сучка. Скажите, пусть его зачарят, блядь. Это противозачарочное.
просто ничего не знаю. Мелинда, я уже кидал, пати, не принимает. Где кто лазит, я не знаю. Уже идет ДБМ пул. Что, Олег, я слушаю тебя. Пошли танки. Кого мы там бьем, блядь? Олма. Бывает, такое бывает. Геру сдали, поехали в Олму. Таня, это у нас, блядь, ходячая противозачарочная. Твои бабские темы продвигает Фордовар. Да ты побольше, чем я, знаешь. Ну? Ну? Откуда, блядь, я тупой, нахуй? Да ты мне сам рассказывал, ты что, не помнишь? Противозачаточный? Противозачарочный. Ой, блядь. Заберите, пожалуйста, противозачарочный. Блядь, какого хуя у меня не работает, блядь, этот аккаунт шоу? Аня, лови второго. Ловлю. Не переживай за меня. Лови, лови, лови. Лавировали, лавировали. Да не что? Что? Да не, было. Красное язычье на крошек кинься. А мы уже на Ане. Щит, диспельте, пожалуйста, с крошек. Кинься тоже на Ане красноязычие, чтобы она больше такого не говорила просто. Ой, Олег, я тоже тебя просто обожаю, ты же знаешь. Чтоб не сказать... В принципе, я понимаю это, что еще можно сделать. Ты уже ничего не можешь с этим поделать. Так, Джози, я с тебя заберу одного. Заберу одного. Там, кто будет готов в гармошке маны залить, то welcome. Блять, смотри уже, блять. Форму меняю, блять. Вот уже выдвинулся ману пополнять тебе. ДЦ, кинь гимн на ману. Думаешь, что делать? Ага, у Олежки маны нету, точно, блядь. Пойду пополню. Ну. Олежка, я тебе карту дам, блядь, будешь пополнять мне, я тебе ману буду пополнять. Роман, приедешь, я тебе сам карты дам, блядь, чтобы ты в городе просто не заблудился, когда убегать, блядь, будешь. Понял? Сука. В вашем городе карта не надо, там 2 на 2, блядь, нахуй однушка, блядь. Да, точно, блядь, 2 на 2 однушка, блядь. Ты в этой однушке, блядь, заблудишься, как в трех соснах, блядь, ты, сука, дура. Ты, блядь, вокзала и дороги ничего, походу, и не видел. А там что, что-то есть еще, кроме вокзала и дороги? А, ТБ может... Так вот ты именно, что ты ничего больше и не видел, ты валидол, блядь. Там нехуй смотреть просто. Давай ману заливай мне, блядь, базаришь. Так он бурсты прожал, погоди. Кирилл, кинь мне, я тебе ману. Да, сейчас кину. Вот. Русик сделал уже ночного эльфа себе танк? Зачем? Чтобы на меня кидать плюс 10 крит. Кстати, Русик завтра будет танчить вам все, если вам интересно. Нам уже страшно, блядь, после этих слов. У нас 4-4 все дела, блядь. Как сказать, пришел на КД, блядь. Ну кто-то пусть... Ему девушка разрешила завтра играть? Да, он завтра едет на работу, поэтому... Может себе позволить. Милики в крест, кастеры в череп. Милики в крест, кастеры в череп. Эти махинации. Бежь спокойно и все. Дальше, у тебя тоже рекаунт не работает? Да, я в душе не ебу. Не, врач это показывает. Кирога скипят все. Да, так что так, Армен, так сказать, ты... Ты подсасываешь да. Пока. Арменчик пока... только пятое место. На бутылочке пока сидишь, так сказать. Тут надо свичиться, это хуёво. Свичиться. Конечно, свичиться. Я тут тебе в затылочек, так сказать. Свично. А что так, милика мало? Мы будем этого пидраса бить до завтра, блин. Да, милики бьют его. Так аман, если типа... берется там ман еще не еще, я уже буду просто сейчас вандом бить, блядь. Залейте гармошки, ман. Посохом, посохом, Олег. Вот есть два кота, короче, которые крест бьют. Подойди к ним и прям по щам въеби, чтоб тебе иннер залили. Я, блядь, уже давал ему иннер.
Вот он бы садится в мане, как Армен не давал. Вот это человек, я понимаю, блядь. А Армен, блядь, сквозь годы дружбы, я вчера смотрел стрим наш с Макса, там где Колян был, все, короче, вся вот эта банда наша, так сказать, эти всадники апокалипсиса, так сказать, блядь. Сидел так смотрел, блядь, и пустил такую мужскую скупую слюту по поводу этого. Сухую? Да, сухую, блядь, она. Сухую. То есть вы, наверное, должны свечнуться рано или поздно в этом пидорасе. Да можно уже и свечиться. Рано или поздно ты должен прыгнуть и дать иннер, блядь. Давайте кастеры в крест залейте, киглеры. Нельзя было так раньше сделать, братик, я не могу понять. Да нет. Просто я смотрю, насколько у нас ДД слабые. Да при чем их тут бьет 5 человек, блядь. Милика вообще нет. Надо было киглера первым бить, чтобы он не сбрасывал. Так сказать, то, что забыли, да, чуть-чуть. Зачем его первым бить? Это ж он откидывает. Так ты стоишь спокойно перед мордой и бьешь? Вон коты летают, как обычно. Что на Авиалоне летают? Формы на же лапки ему можно полетать. Мы не можем бить в лицо, ебать. Поэтому, блядь. Я сорен, ханты ману сжигают киглеру. Да хуя сожгли. Сжигатели, блядь. Вот у кого ротации, так у того ротации. Вова, ты же купил третий кусок? Я? Нет. Хуёво дело. Ого. Мне приоритет позволяет его забрать. А если у тебя три куска, то позволяет. Сука. Вова, ты на совести не позволит его забрать, понимаешь? Ты за что? Много бьёшь, я слышал. Опа. Что, молот упал, что ли? ДК, плечи. У кого плечи ДК? Так плечи у тебя есть, если стоишь, братишка. Ран, погодите, ждите. Вот я ранка скажу. Нет. Киньте рекаун, блядь. Да хуёвый босс, но все равно киньте. Ну, ты там в очке. На, да пизды, блядь. Ты на седьмой аж. Хуёво. Алё, бушка, тебе надо, нет? Я релогнусь из-за этого рекаун. Подожди, алё, бушка, шо, алё, бушка? Я тоже реально спустя. А нас один на рудру, да? Ему прямо отдам. А что это за кнопка? Прямо без ничего. Ну что, у кого три куска? У кого три куска? Плюсуйте в рейд. Чтоб я видел. Ни у кого. Ни у кого нет три куска. Значит, ролим по ГП. Значит, все ролим по ГП, ЕП. Кстати, а что в меню сделали смену расы? Да, ну меня три куска, если что. А тебе плечи надо? Ну мне вообще надо плечи и грудь, я ж руки нонсетом буду, поэтому... Ну типа там... Ну как бы, думай. Ролить так не... Так у тебя два куска ему. Ты... У меня три куска, ну так-то два. Так вот линкануть все три куска. Короче, понятно, значит ни у кого. Нажимай просто мейнспек и все. А, я не нажал, я нажал паски, подумал, мы будем ролить, как обычно. Сейчас еще раз, нет, мы по ЕПГП все ролим. Понятно. Сейчас еще раз скину, потому что я в бой встал. Так, мы же вроде договаривались, что будем ролить, че не. У кого три куска, вы мне плюсуете в рейд. Ну так вы нажимаете на main spec, естественно. Если у вас два куска, один или три. У кого просто три, вы мне плюсуете по приору, я смотрю, у кого больше отдаю. Сибас, ГЦ получается. Сколько плеч? О, три да, куска я... теперь. Плеч сколько стоит? Вроде не стоили. 248 у меня стоит. 248, да.
Прикинь, сейчас выпадет ноги. И да, 4 это 4 ГДК тебе будет. Надо, тебе надо ноги, да? Да. Ну, заебись. Я, наверное, заберу ноги. С ролями. ГДК, блядь, уже. Честное слово. Зато потом не спишь у тебя токены, Аня. Да, блядь, потом еще один хлопчик нарисуется, блядь, еще кому-то что-то. Так у тебя, Ань, тоже три куска, да, ноги надо? Конечно. Мне просто дальше интересно, было это голосование, ты там говорил, там у кого два куска будут ролить, у кого три куска будут да ролить. Да не будет ролить, всегда было по ГЕПГП. По ЕПГП, я же говорил, у кого в приоре, допустим, смотри, допустим, у тебя три куска. Ну. Ты нажимаешь на main spec. Ты мне говоришь, что у тебя три куска. У кого ты еще три куска? Он тоже нажимает на main spec. И у кого больше приор, тому я отдам. Ну, тогда получается в прошлый раз, когда Русику отдали штаны, а не отдали Ане. Как ты думаешь, у кого был больше приор? Братик. Статики разные. Это первый статик. А мы голосовали во втором статике, отдельное голосование было. Оно в голосовании висит, Олег. И потом как в уставе вы? Я прописал, как ролится. Олег, хватит отжиматься, блядь. Начинай читать книги. Сука. Не-не-не, Олег, все правильно. Дэн, все правильно. Все анонсы в голосованиях все было прописано. Хуйню, блядь. Одна гильда, блядь, разные правила. Я ебу нахуй. Ну, типа... Будет хорошо. Ну, типа, знаешь, вот ты ходишь в рейд, ты лутаешь ЕПГП. Допустим, придет человек, у которых три куска. Не, я просто говорю. А придет вот как в первый статик, допустим, первый день, и у него три куска, ему просто отдадут, потому что он в приоре. А ЕПГП нет, он первый день в рейде. А че статик? Кого мы бьем, блядь? Не пойму, у всех ХП, блядь, большое. Череп, бейте. Ура, нах. Мониторишь ХП? Я же смотрю, блядь, у всех мобов до хуя ХП, думаю, кого бить. Кикайте косты, пожалуйста. Ну, для этого уже созданы другие люди. Пу-п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 у. А выбор как и было? Топ-топ, да, там что-то. Топ-топ. Топ-топ. Топ-топ по ЕП. А какой его, блядь? Дашь ДПС получишь? Не отдам же этому, кто дает 2к ДПС. Хорошо, что я пришел в гильду одетым. Хорошо, что мы, блядь, ходили по-людски в пятером, блядь, и меня отделено. Хорошо, что мы походку МК-25 сделали. Русик тоже, он наныл себе токены нормально, теперь ходит одетый. Аня, и ты будешь когда-то одетая, пока месяц. Да, я ж не ною, я и не одетая. У меня 2 токена вообще с пуга рейда благодаря Себасту. Нет, у меня токены тоже благодаря Олегу. Ну как бы, блядь. Ну как бы, блядь. А, Себаст, надо потанчить здесь. Вообще без проблем. Не, ну благодаря Олегу. Как вот тэшник. Потому что зомби крейд делает. Как вот тэшник Джози в ретрик уже. Хилы рассосите сразу, шкафчик поставьте, рыбу ставлю, кушаем. Сейчас найду, только поставлю. Хорошо, джаз в ДД, рыбу ешьте. Бафы раскиньте. Шкафчик стоит уже, надеюсь? Шкафчик. Нажмите, пожалуйста. Ебало, вот это ЕПГП, то есть я не понял. Вова, одна проблема на все века. Так все равно я топ-1 по приору был в рейде, я и так бы забрал. Я мейна не могу в 4-4 одеть до сих пор, ебать. Ну а кто-то же бегает в 5-4, блин. Вова, о чем ты говоришь? Справедливо. Я уже больше полгода собираю на мага 4-й токен, блядь. Я только за руками сколько бы ходила? 3.5 месяца руки не падали, блядь. Мы ходили по КД. Я в Каражан, сколько за башкой хожу, блядь, полгода, ебать. Полгода. Сейчас Кирогаз, погоди, ждем Кирогаз. Может, на Ноэте проголосуем, убрать и не убрать.
Дайте бафы, блядь, где нахуй кулак? А мы на следующем КД пойдем на йога? Угу. Посмотрим, как он нас проголосует. Голосуем нахуй, забросить этот тульдуар все вместе. А мне ноги, ой, ступни нужны оттуда. Мне тоже ступни на Солгалона нужны. И пояс еще с собрания. У нас 6 паладинов. Ну, кулака ноги, нет. Вернее, ступни. Ты только что бил босса, блядь, 2 часа, ебать. Ступни тебе, ебать. Трал, заходишь? Трал, ты в ретрика? Каску можно? Сейчас, подождите. Трал в ретрика, из моря, естественно, холик. Сейчас Трал, ждем. Уже зашел он. Зашел? А, нет, еще не зашел. Ну где-то в твоем нырке, может быть, и зашел. Да, блядь, перекинули его просто. Ждем, ждем, ничего страшного. Вот Эшет ДК, МТ Эшет Асвит. Трал ретрик уже. Капельку по анонсу. Себас, ты знаешь, что делать? Джаст, в чем проблема? После первой притяжки. Окей. Стамину киньте, престы. Долго, Джаз, долго. Ничего с твоими бурстами не случится. А нахуй нам твои бурсты? Давай ебашим уже босса. Именно. А чё, одноглазый? Да, да, сейчас, да. Кто-то смотрел в сериал «Дом Гуччи»? Кого еще раз? «Дом Гуччи». Нет. «Гуччи», знаешь, такая «Гуччи»? «Гуччи». Нормально, то, женский сериал не делал. «Гуччи»? Да это не женский, блядь. А че, мужской, блядь? Что ли? Не буду там про «Гуччи», блядь. Про их ну, семью. «Гуччи» же это че? Это бренд, блядь. Угу. Хорошо. Олежка, я понимаю, что ты такие, блядь, вещи не видишь никогда, блядь, нет. Но это бренд есть такой, блядь. Армен, я тебе больше скажу, ты кроме своего станка в Польше тоже нихуя не видишь. Так что ты от меня далеко не ушел, блядь. А он только видит свои желтые штанишки, отстань, блядь. Герас, давайте. Не пиздец, желтые штаны топно. Качество как Гуччи, блядь. На пулы по КД, естественно, работают. А ты назначил за кем мили тебе? Не. Охуенно, тут дождь идет. Дождь идет, блять. Так отбей. Вот и хуй ты. Как малыши его. Скажи нет дождю и все. Как в матрице. Вот. Армен любит золотой. Слышь, не пизди там, я занят, но. Ой, блядь, Армен, дай иннер, я занят, но. Нету времени, блядь. Лишние какие-то делишки. Так он же по таргету дает, он пока этот таргет найдет, блять. Ты что? Блять, где это восстановление раги? Он не пофиксили? Не чувствуется нихуя. И чувствуется? Уже нет, блядь, чувствовалось раньше. Плохо, когда не чувствуется. Ну, я тоже так думаю. Если не чувствую, что возможно ковид. Да похуй на этот ковид, у меня прививка. Ну. Разбежались. Так сейчас уже новый штамп. Куча, блядь. Блядь. Армян не берет никакая хуйня вот.
Не говори, Артон, с этим я с тобой согласен. Ты откуда знаешь? Она еще та армянка, блядь. Аня-аня. Тогда ей надо было не блядь, не акушерка, а арбузик. Че там на Сарайтельке ДПС дают, что ли? 7800. Так, текущий бой. Угу. Чё ты, трал, отстаёшь? Душа хапала, не помню. Или в душе, или... В душе он ещё тот хапал, блядь. Бля, так вык не хочется идти. Пошли что сделать? Вот, да. Там КП можно полутать. Да был бы народ, базара ноль, а тут половина опять не пришли. Альвы нету. Армен, когда тебе истерию кидать? Блять, по КД, как она у тебя откатывается. Ебать, Армен, кто-то про истерию спросил, слышал? Ну да. Ну все, все забираем себе. После притяжки тогда отдам тебе сейчас. Там, короче, смотри, какая тема, блядь. Рассказываю, как одному Максиму я рассказываю. У меня берсак КД 3 минуты, у тебя истерия тоже 3 минуты. То есть после первого раза, как ты кинул, ты уже ее кидаешь по КД просто. Потому что я нажимаю по КД свой берсак. То есть... А вообще можно кидать Арману истерию и длань защиты на него. Ага, её не догадается защита, снять. Я заебусь её искать просто. Все бафы снимет, нахуй. Я её даже не видел никогда в жизни. Ничего я не бью. Блядь, уёбки, нахуй! Кто-то въебал, да? Пизда, нахуй. Я ж был, блядь, вверху почти, нахуй. Сука, если это на магике, блядь, повторится, вам пизда, блять, тут хочется нахуй разъебать, блять, а вы, блять, хуйня. А тут стопают, да? Блять, считай первое место, если бы не длани ваши. Тебе Кирогаз там с первого машет ручкой. Так, блять, мне длань кинули, блять. Охуели, блять, когда у меня истерия была. Не, ну Кирогаз это хуй догонишь, наверное, но я не знаю, ты энхи ебучий. Ты как думаешь, а СПД инх уже пора делать или это хуй-то вообще тем? Не знаю, Сагора нету, блядь, поэтому... Мне кажется, уже пора, у нас, блядь, как Сагор, раз... Ну, вот там, Сагор уже, блядь, на этом контенте выдавал, блядь, в десятке, нахуй, 12-13 камон. Да-да-да-да-да. Кому ничего не надо, летите сразу. Какой воин жрец друид? Какой, блядь, вот такой, ну. На успехе, если что, пароли. Зубы, нихуя себе. Хуйня. Могу взять себе на дерево, в принципе. Ре, мейнспик. Блять, не кидайте мне эту хуйню, пожалуйста. Дайте, блять, один раз в неделю побить босса. Метательные. Это на распыл, я думаю. А то у нас сегодня ни двухрок, ни вара, блять. Не до кого, ой, бля. Вова, держи. А, ты съебался, да, с рейда? Ну и все. Я, да. А что ты мне хотел бы? Метательно. Будешь метать, блядь. Воин, жрец, друид, у кого три куска, плюсуете? А, не распылит. Ни у кого, да? Ни у кого? Ну тогда рольте. Один кусок. На мейн спек жмите. Ну я на оф нажму, не знаю, просто по фану. Ой, блядь, по фану. Не, ну если никому уже не надо, я возьму. Воин, жрец, друид, вестник, ГЦ. А, там же вестник смерти есть, наверное, у него будет, да. Первый кусок. Или сколько второй. Сколько они стоят-то? 300? 311 вроде.
331. Все, погнали маги. Вот магик охуенный босс. Мне нравится. Нравится? Угу. Ну что, он тебе нравится? Да бить можно его спокойненько в спинку, блядь. Так, да, давайте кубисты плюс прожали. Ой, Себас, ты же понимаешь, что все равно надо будет истерию кидать. Заебись, когда все птички. Да пофиг, хочу поафкашить немного. Что-то мало кубистов. Магика и еще куда потом? Ик. А, я не понял. Ик. Еще рейд. Один. Трал, ты ретрик, да, ты, по-моему, хотел, да? Тогда все. Все тогда, кубист. Блядь, я же хочу макарошек сварить, давай где речь. Макарошек? Да, блядь, спагетти сварить нахуй с чем-то, блядь. С мясом каким-то. Ладно, брал. Ты убил Арнольд. Перед ДК покурим, ребят. Да, кстати, уже пора, блядь, Денчик. Я хоть не курю, но я бы сходил, блядь, воду поставил уже, кипятиться. Да? Так, а до какого числа можно расы менять? Что это за хуйня? Захожу, у меня там расы менять. До конца этого года. До 13 января вроде бы. Там. А не 13 числа. Кстати, да, сколько будет стоить, чтобы я с Альянса перешел за Орду, а потом за Ренегатов? Обратно. Сколько это по голде? Хорошо. Ой, там, короче, в чем прикол? У них какая-то хуйня непонятная, блядь. Я Денчику скидывал, короче, блядь, как меня просили 30 тысяч, чтобы перекинуть. Там, короче, КД люди, потому что писали. 15 тысяч, короче. Просто я хочу андеда сделать, Лока. Если ты первый раз делаешь, то 500 голды. Первый раз. В ренегаты 500 голды. 5500, короче, а правильно. А в орке? 5500 сразу. 5500, да? Да. А потом обратно в ренегаты? 15. Ебать. Это всего 20-ка получается? Ну да. Да, всего можешь мне скинуть эту 20-ку. Ну да, тебя ага, расскажешь, мне тоже надо. Всего 20-ка. Так, Себас, в танке побудешь. Ты все равно потом на куб пойдешь. У меня нету денег, Миша, блядь, я бедный человек. У меня 1191 монет. О, Дэнни это, блядь. Так, Симбас. Там Русик должен 10 тысяч, попроси у него. А ты, по-моему, тоже дохуя кому должен. Меня все простили, по-моему. Миша, закинь 5-ку. А что, 2 шмотки дропнуло? Три, одна на распыл ушла. Так, кубисты, а метки на них стоят. А дать поврежденные ожерелья, ебать. И стена. А ты знаешь, сколько она стоит? 200 голды, блядь, или 100? 1000. Что ты пиздишь, нахуй? Я дивлюся, куплю за 200 голды одну штуку. Ладно, давайте треш чистить. Хилы все здесь. Понимаете, сразу все в огонь, блядь. Смотри, как я умею, да? По старой тактике, блядь. Из огня только выходить. На пулы скиньте. Мобы фиряет, тремор поставьте. А то потом будете кричать. Ну правильно, бля, лучше фернуть моба. Лучше огродер сзади, блядь. Потому что меня моб ебашит. А лицо, может соло блядь. Цель танка бить? Танка бить? Да. Я АОЕ ебашу. Ты научился АОЕ бить? Не. Просто нажимаю размах, я все считаю, что я АОЕ. И как получается? Не, даже я не вкачал размах, блин, 30%. Вон люди в огне стоят, чилят.
На чиле, на позитиве. Главное чил. Все остальное хуйня, шмотки. Охуя, дерево сделали облик, я ебал в рот просто этот синус. Опять старая песня пошла, бля. Так, блядь, а почему не сделать котам, блядь? Сука. Сейчас два кота в рейде, одно дерево, блядь. Значит, мы в приоритете. Не, это хуйнёй, блядь, сидишь, блядь, ешь рыбу, у него спина ломается, нахуй. Ну что за хуйня? Пиздец. Ломается, ломается. Бля, я охуею, если они, короче, сделают сначала, блядь, потом медведю, а потом сове, блядь. И такие, ага, блядь, еще есть нахуй кот у них. Точняк. Там же есть огненные коты из этих, с катаклизма. Да, они сделают нам огненный. Да там еще есть облик в обезьяну у кота, ты че? Там такая обезьяна бегает. А вообще, вот, блядь, облики пиздатые вещь. Да, есть пиздатые облики, а есть такие, как на Сирусе. Облики делятся на два типа, блядь. Или сервер, да? Угу. Не, ну что, деревьям сделали, вот. Красиво. По-моему, кстати, на всех таких серверах уже сделали, по-моему, котам облик, нет? Ну, не на всех, на Сирусе не сделали. Ну, Сирус это... У них своя тактика. Ну, они да, игруль магик запускают, когда, блядь, с целка падает шмот сука... хуже. Там, блядь, уже, сука, на форуме говорят, давайте за донат, блядь, ну, по им похуй, они спят, ну. Так у них логика, целка открывается и 10-ки, и 25-ки одновременно. Там 264-й шмот, плюс лича 200, там 71-й. С целка 10-ка падает 251-й, с лича 200... 58-й. С Рейса падает 258-й шмот. Но мы запускаем, блядь, Карухэм, нахуй. Груль маги, где 260-й падает, конечно. Так у 25-ки все равно выше и там падает. Так ты не выпускай 25-ки. Ты выпусти 10-ки. Пусть люди еще пододенутся. Они по-любому CLK оба в режим одновременно откроют. Да понятно. Груль маги ХМ закроешь. Пойдешь в 25-ку. Типа да, десятка но... целка вообще нахуй не нужна будет. Вот и хуй-то, вот о чем и речь. Ну чё, да, там череп падает. Там этот Дезурон писал то, что это для отстающих. А, целка-то? Да, десятка. Для тех, типа, кто не может закрыть ИВК 25, вот это все с 258 шматом. Так а может тогда ЗС еще открыть? Зуляман открыть. Там 260-й, по-моему, шмат падает. Да, блядь, все равно нет, мы нихуя не решим, это они там все будут открывать. Не, ну это понятно, но вообще глупость вот эта, пиздец. А что сделаешь, блядь, если они не могут котом сделать облик? Проходку в Каражан закрыть ИВК, блядь, 25. Ты закрываешь 25-ку, чтобы попасть в десятку. Я ебу, блядь. Не, ну это им-левел-то повыше. Закрой ИВК десятку, чтобы попасть, допустим, в Кару. А чтобы в Груль Магик попасть, закрой ебучий ИВК, там, я не знаю, плюс КВ. Я вообще эти квесты подменил, нахуй надо, это сервак не на квестах держится. Поэтому на проходках чисто реально, на ключах каких-то сделать. Ну да. Ну, блять, хули тут от квеста толку, нахуй, блядь. Мы что, по квестам тут живем, чё? Это, блядь, не тот Warcraft, где, блядь, 80 уровней, блядь, качают, нахуй, полтора года. Армен. Mm. Тебе там фотографию скинули. Посмотри, вас в холодилку тебе мем там скинули. Хитрый же, блядь. Хитрый заебал, блядь. Так, ладно, все, тише. Меточки все свои видят, теперь что по сбитию костам. Сука, уебок. Джаст, сбиваешь треугольнику. Себаст, сбиваешь печеньки. Дальше. Кирогаз, сбиваешь луне. ЛМ, сбиваешь звездочки. Ромбик остался, да? А ромбик хуй с ними. Будет только один кость. Поставьте шкаф, присумоним. А что там у первого статика сегодня вечером? Каражан еще? Все, ИВК, Кара. ИВК?
Да, ну я после кары. А что это за хуй, блядь, XLAOT? Это вот боди. РЛ первой 25-ки. XLAOT, блядь. Я не ебу, как это читается. Оставьте шкаф, пожалуйста. Я подписался, кто-то отписался. Я бояться тем рейтинг. Колоссом плюсуйте. Где Богдан? Ой, это Славик, блядь, где нахуй стадо ёжиков? Так, что по хилам? Рэм, хилишь Луну, трусы. Так. Велит, хилишь печеньку, ромбик. Плюсуй. ДЦшечка, плюсуй. Хорошо, Лен. Садишься тогда на печеньку и ромбик. Хилить. Триходки плюс они. Хорошо. Бафы раздайте всем сразу. А рыбу ставлю. Кушайте. Ставь. На пул пас веду босса. Сразу не бейте, дайте поставить. Сорвете, не затаунчу, и все, и пизда он. Будете ныть потом. Подожди, блядь, обратно кто-то у меня забрал, блядь, этого нахуй. Синдерея, блядь, заебали. Кто там, сука, блядь? Ридар есть. Гоблин, нахуй этот гоблин. Точечный отбор, блядь. Нету, блядь, Синдерея, нахуй. Есть, подожди, блядь. Кто готов, естественно, на позицию встаем. Блядь, нету Синдерея в рейде, я его... Охуеть, да? Как так-то? РЧшечка. А у вас сколько? Все готовы, давайте танки, пошли. На пол издаем. Да, бомжей сдаем. Ладно, дам мистерию, блядь. Ой, я такой не видел. Мастаны можете сдавать. Мастаны сдаем, не жалеем. Все дерьмо доливаем. Слабые падают. Меня ваншотнул. Просто 26. Забей, Влад, ты слабый. Поднимите Нелони, хорошо. Коби сразу на позиционочку встаем. Танк на готовность, 40 секунд есть. Можете рыбу, если там нащупать, и поешьте. Локов пробафать. Ой, блядь. Агро сорвете, пизда вам. Когда будет это, блядь, на хуйня? Второй. После откидки. Угу. Под кубы, после откидки скажу, истерию кинешь. Если дотянусь до тебя. Сразу будет. Секунд через 5-10 еще. Ладно, я скажу, пока не надо. Через 2 минуты должен. На пул, на ас вида сдаем. Не бейте, дайте поставить. Содру там уже, блядь, хуярят. Ну. Ого, это что за хуйня? Ух ты, блядь. Дайте, газа такое, блядь. Сука. Я сам в ахуе, братан. Пошел. Мы так и будем делать? Да нет. Но он спрятался просто, что ты переживаешь. Сразу видит, что тут, блядь. Сразу он, кстати, видит. Не бьет зато. Ну, сейчас нахуй забанят гильдию, блядь. Геру сдали.
На пол. Он не бьет, но и не дает себя бить. Я не могу его бить. Все. Блять, идите нахуй, короче, я ебал рот, нахуй, бейте, я буду слушать. Ты встань под жопу, да бей, что ты не можешь ты. Он меня какую-то хуйню кинули, сука, я не мог её бить. Пизду. Прожали, 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 блять. Блять. Блять, сука, на тоненьком, нахуй. Это все Армен виноват, блядь. Ты не говори-ка, отжали все. Все, не могу бить, блядь, не могу бить. А что за хуйнёй страдает, сука? Не говори, Карма. Ебал, в следующий раз на замену сажусь. Ну. Просто ЕПЛ лутать, нахуй, всё. В следующий раз Владик придет. Будешь с ним писем мериться. Да что с ним мериться, он, блядь, сука, паладин, блядь. Это вообще бесполезный. Владикрак, ебать. Так и передадим Владику. Хоть, блядь, покажу, как я быстро бегаю. Как я быстро бегаю? Сейчас сдохнешь, блядь, быстро бегаешь. Хилят, на. До сих пор за паладина дуэлиц не научился. Он и не умел, блядь, и не научится. Прожали, 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 держим. Три кнопки нажать правильно не могу. Так его, Вов. Володя, бля. Разъеби его. Володя, ты отстаешь в ДПС. Чё за хуйня? Чё я? Капу. Я вначале точечно. Поебать. Слышится нотка грусти. Самый душевный чувак тут, Володя. Приготовились. Поражали, поражали, держу. Ох, потом ебу чаик еще, блин. Ой, что-то мне кажется, что кто-то отвалится. Не, ну холи пал точно отвалится. Трал похили. Ты долго бьете, блядь. Ты же нам не помогаешь. Да я ебал рот. Стоит, прыгает, блядь. Не лень бить, но. Не боюсь. Ну вот. Вот. Приготовились. Поражали, держим. О, ханту ману залил, блять. Можешь не включать гадюку. Выключай ее, нахуй. Ой, блять, то не напросишь, что, блять, кидает хуй пойми кому. Это Хантер он кинул, блядь, на фулл мане тебе сидит. А звезду хилит рейд вообще-то. В стену вожмитесь. Прижмитесь к стене. Манчестер Сити забил. Приготовьтесь на всякий, я не знаю, что по таймеру. Сначала прыжка, потом.
Отрыжка? Отрыжка. Ну да. Ну да. Давай. Молодцы, блядь. Машины, ребят, машины просто. Мактеридон вообще в ахуе стоит. В стену загнали, пизды дают. С уголовным бы так же. Ну, Армен длань защиты кидает по КД, блядь. Армен просто смирился, что он уже на 13 месте был, стал на 15. Я даже не бью, блядь, мне вообще похуй, надо у вас. Ой, нельзя так делать. После отпрыжки приготовьтесь. Можно, ну. ГПшечка. ГПшечка должна быть за то, что кидает баланс защиты, ну. А ты найди тот, кто кидает. Ну, блядь, это ты уже орал, ты там. Только кэча найду. Ну, не знаю, блядь. Просто паладином, блядь, косарь ГП, нахуй, все. Больше такое не повторится. Приготовились. Или прожимали. Давай. Я уже думал, прожимали, блядь, чё-то нахуй. Задумался. Молодцы. Пошли, убили все. Скубисты сорвались прям. Пошли, разъебали Мактеридона. Ну это тралы, я думаю. Думаю, ты трали должен кинуть ГП. Просто другие паладины не... С моря точно нет, Ром нормальный тип. Так, ты тоже, блядь. Ну аж это с моря, чтобы ты понимал, это Татьяна, поэтому... Да. Ну я же говорю. Нормальный, чёткий паладин. Нормальный тип. Да я про Рома сказал, что нормальный тип. О, друид, вон. Кому залез. Ничего не надо, летим в ИК. У кого КД, в личку отпишите. Голова 165. Рулите. Охуенное кольцо там, кстати, накатал. Охуенный, 245 кольц. Крит, я взял себе вот крит, блять, меткость нахуй и сила атаки. Вестник, Нелони. Короче, Денчик, я до первой длани защиты играю, блядь. Это Дима, хороший, ставь Ариджи. Слышишь, Дэн? А вот этот Джазл, если что, это за сколько хп ты, ну, если его выиграть? 165. Давай, Миш. Хуя себе, Рэм, тебе прям нихуя себе. Что там нихуя себе? Да так. Это секрет. Да. Армен, иди макароны варить ставь. Да блять, что их сейчас, какие нахуй макароны, блядь? Пока соберутся, у тебя уже вода закипит. Ну а потом, блядь, как я буду ходить на кухню, блядь, и смотреть нахуй, мешать ложкой, пока вы будете босса бить. Так ты, в принципе, и так ничего не делал. Кинуть тебе длань защиты, пойдешь подешевле. Воин, жрец, друид, по-моему, только у нас у вестника, да, уже три куска? Сука, жезл. У него вроде два, если не ошибаюсь. Войду надо, войду. Последний кусок. Вестник, у тебя сколько? А, войду. Ага, войду три, да? Четыре будет, да? Угу. Сколько грудак стоит? 331. ГЦ, войд. Спасибо. Так у него уже 4. Он не сказал 3 же у него. У меня плечи с ИВК 10 стал. Ну, у тебя же 4. Да, блядь, ну подожди, у тебя на данный момент 4? 54. Да, но я плечи одеваю там с двумя дырками. Перероль с ребятами, считай. Был бы 3, был бы в приоре, а тут видишь, люди по 2 куска и тебе отдал, так как у тебя уже было 4. Получается 4 плюс 1, 5. Перероль с ребятами. Чё, надо ролл кидать? Да, просто ролл кинь, там припиши.
Ой, я не видел, кто кидал где. Void, 69 дальше. Вестник. Ну, твои, видишь. Судьба. 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 Сейчас покурить можно. Армен какой-то чел постоянно. Перед дыком покурить можно, да? Чего? Армен, зайди по делу. Палач бичей — это страус. Страус заебал уже нахуй этими мемами. Ебать, это жестко. Да, что там?